Деды Морозы и Снегурочки готовятся к Новому году. В Ханты-Мансийске открывается 7-й Всероссийский съезд Дедов Морозов. Кто и чем готов удивить жителей страны, сказочные персонажи обсудили уже сейчас. В этот раз на мероприятие приехали более 170 участников. Чтобы показать свою подготовку, сказочные дедушки и их внучки будут соревноваться в спортивной ходьбе, стрельбе из лука, прыжках в длину и других состязаниях. По традиции оценивать конкурсантов будут два жюри – взрослое и детское. После мероприятия сказочные персонажи приступят к своим новогодним обязанностям.